сегодня посмотрим, что тут происходит с развязкой Мурина. Здесь вот строят круговое движение. Уже что-то разрыли там. Какие-то горы песка и земли. Там вот роют что-то. Экскаватор. Какой-то самосвал подъехал. Сейчас мы подъедем туда, где уже как бы съезды, заезды со внутренней стороны када готовы. Вот тут уже даже кто-то блоки отодвинул. Это съезд со стороны, ну оттуда, короче, с Кудрова, если ехать. И сюда, получается, на Охтинскую аллею. Уже светофоры поставили. Тут что-то монтируют сверху. Это съезд с той стороны, северной. А это выезд, получается. Ну все готово, можно ездить, я не знаю, что ли тут что-то. Вот уже все готово. Вот здесь разгонная полоса. Вот получается, съезжаешь с када, если едешь с южной стороны, и попадаешь на Охтинскую аллею, и там строят кольцо разворотное, где будет разворот, и дальше уже едешь куда надо. Установлено. А тут все разрыли. Сейчас поеду, посмотрю, что там. Здесь вот дорога под кадом проходит. И, видимо, вот сюда будет уходить и на кольцо, на разворотное. Здесь расходятся они из-под, под этим, под мостом, где одна, видимо, будет прямо. А другая дорога вот сюда налево. Здесь они вот положили под основание этого всего бетонные плиты. Сверху щебнем насыпали. Проехал под кадом. Здесь все разрыто. Какие-то коммуникации делают. Экскаваторы стоят. Но это с внешней стороны када. Вот так выглядят примыкающие подъезды к каду. Уже это что тут? Второй слой асфальта положили, что ли? Непонятно. Сейчас посмотрим. Или это только первый? Мне кажется, это уже второй слой асфальта. Там он монтирует шумозащитные щиты. Здесь всякие валяются, лежат конструкции. Да, стройка еще вовсю. Здесь уже съезды вот эти готовы, то есть остается там под кадом доделывать.
Но вот здесь еще монтаж всяких ограждений идет. Обед. Это уже второй слой лежит, 6. То есть никаких длительность 19 швов минут, нету 11. Перепадов по высоте. Текущая скорость 10,6. Значит, это уже второй слой. Асфальта. Средняя скорость 12,6 амслежче. Ожидаемое общее время 47 минут. Вот в этом месте петербуржцы протоптали тропинку, чтобы можно было быстрее в Мурино попадать. Вот там под трубами. Такая необустроенная тропа, протоптанная через гаражи. Вот. Петербуржцы рвутся в Мурино через эту дырку. Но пишут всякие там петиции, чтобы Петербург вошел в состав Мурино. Но Дрозденко держит оборону. Как меня это все достало, а? Отказывается, чтобы Питер вошел в состав Мурино. Эту тропу не благоустраивает. Чтобы петербуржцам было неудобнее ходить, и они не ходили сюда. И вот говорит, что Питер никогда не войдет в состав Мурино. Не бывать этому. А здесь стройка, там экскаваторы стоят. Видимо, у них обед какой-то. Но сидят там экскаваторщики внутри. Здесь вот будет проезд под КАДом, и там уже на кольцо и в разные стороны разъезд.